Привет, дорогие зрители! Сегодня 27 декабря. Я пришел на вторичный рынок, который находится в центре города, недалеко от Тапу Кадастра. Хочу снять цены на рынке на сегодняшний день, чтобы потом мы в следующем году сравнили с ценами. Сниму также дополнительный ролик в следующем году. Надеюсь, 10 января где-то вот к этим числам. Смотрим. Так, увеличим экран. Ага. Свежевыжатый сок. 5 лет. Нет, 20 лир должно быть. Грейпфрут. Огурцы 10 лир. £35 клубничка. Киви килограмм 20 лир. Шене кадар. Обладим. Бир пошетине кадар. Тыква 20 лир. Один пакет. Граната 15 лир, помидоры 15, это уже сельский помидор, кажется, без ГМО, как я понимаю, органик они пишут, 18 лир, 15, огурец здесь 12, органические черри 20 лир, урма, это как курма, 35 лир, тертест. Люб. Да. Дорогие зрители, вкус настоящего помидора. Вот именно вот это. Здесь еще тоже вкусняшка. Огурцы 12 лир. Так. Фасоль. Какие маленькие. Сиськи маленькие. 1,7. Это мне помидор понравился. Так. Где дешевле, где дороже. Банан 15 лир. Я еще сниму рыбный рынок, который находится здесь, недалеко. Пройдусь и туда. Тут есть рестораны. Можете купить рыбы, пожарить, поесть. Купить и пойти пожарить. Там на рынке что-то купите, сядете, отдохнете, заодно рыбку съедите. А вот здесь, в этой стороне более дешевле товар, чем там. Ищите бабушек, дедушек. 10 лир апельсин. Здесь более свежее, более натуральное, потому что они из своего сада собирают и привозят сюда. А где вот много там, ну вы поняли, вот это сливочное масло. Кази пашама абла. О, кази пашама. Манавга. Алладам, алладам. Фиат недер? Тереян бир, бир. Бунлар 170, бу 120. Бунлар йогурттан япма, бу сүтүн каймагынан япма. Это сделано из кефира, 170 лир стоит. Это... Алладам. Это сделано из молока. Молочного этого. Тамам. Я просто ролик снимаю, мне сейчас не до покупок. 8, видите, лир уже апельсин. Супер. Это сушеный виноград. 65 лир. 5 лир помидор. Видите, 12 лир. Лимон 10 лир. Баклажан 8 лир. Банан 13 лир. Если придете вечером в 6 часов там где-то, ну еще цены пойдут вниз. Это такой момент. Как приятно покупать. 12 лир. Пойдем, пойдем. Аладжам, аладжам. Только не звонок. Буне абиджи? Кабак мо? Кабак, ха. Айне нормаль кабак киби. Это типа кабачок такой формы. Другой сорт кабачка.
кто не видел вот такого волосатого, я вам показал. На вещество вашей жизни. Здесь показал, пауза, пардон. £5 минимальная цена зелени. А там внутри, может, вечером и по 3 лиры на эти зелени. Как пройти мне было, чтоб удобно. Гранат 15, айва 7 лет. Яблоки 10. Ну, где-то я видел яблоки за 8 лет. Да. Черные помидорики. Как они называть? Хочу откусить, не могу. Папайя, манго, 250 лир килограмм. Две штуки. Bunun bir tanesi yarım kilo mu? Abi tartarım. Bir göz kararmış. Anladım. Одна почти весит пол кило. Pasiflora. Antistres 300 lira. Gidip denizde otururum sandalyeyle bedava. Это антистресс, короче. Лучше пойти сесть у моря, взять стульчик, поставить музыку, бесплатно будет антистресс, чем покупать, ну, не знаю, Столер драконий гранат. Вот он такой. Есть грибы Столер, 50 лир, шампиньоны, это 35 лир, более-меньше. 10 лир яблоко, стандарт 10-15 лир яблочки. Хурма 20 лир, где-то я видел 15 лир. Кумкат 30-40. Кое-где продают за 35 лир. Клубнику. Вот такие грибочки у нас лесные. После дождя в Алании. Вкусные они. Название тоже забыл. Пап. 50 лир. Здесь 15, здесь 17,5. А, картошки 10, лук 12,50. Маленькие картошки 10 лир. Еще меньше 9 лир. 8 лир, то есть. Вот. Вот вам еще меньше 8. 50 лир у нас чеснок. Так. Сухофрукты. Увидели, увидели. Смотрим, съели. Понюхали. Все, чай. Сверху чай выпили. Прекрасно. Дальше идем. Здесь зелень уже немножко подороже. Вот, 15 лир я тут видел. Что еще есть интересного? Цветы есть интересные. 5 лир, 5 лир зелень, зелень, мелин. Авокадо штука 15 лир. Вот яблоко 5 лир. 8 лир. 8 лир. Помидоры чили. Так. Помидоры 8 лир. 10 лир. 7 лир. 20 лир. Ну я как истребитель лечу, быстро показываю. Оп, у кого хорошее зрение. Так. И нелегально, когда 80 луком бея, сыр 120, 85. Яички. Сечки 2, 75, одна штука. Было когда-то 1 лира.
сухофрукты. Merhaba. Hoş bulduk. Здесь я зависну несколько часов. Вы смотрите и съедайте все, что тут есть. Меня сейчас тут съели, я пошел уже. Прошло 2 часа. Так, что еще тут есть? Зелень. Буки. Слядьки, молись. Поцеловать хотел, не получилось. Носик. А, вот красота. С наклейками. Абали! Арылыдыр. Сосой. Продают сосой вместе. Вот. Bu ne demek? Arıyla birlikte mi satıyoruz çeleği abi? Ha, iyi, güzel, mükemmel. 40 lira. Arılı organik demek abi. Organik. Papaya. Это у нас горная клубника, как они написали. Я покупал там косточки внутри, но такой не совсем сладкий, а полусладкий фрукт. Зердечау, турмерик. Bu ne abicim? Bu ne gidiyor? Bu ne meyvesi? İçinde ne var? Liçip. Liçip. Ne ki bu? İlk defa gördüm. İçinde ne var? Ha, yumuşak. Meyve. Yumuşak. Tamam, miyakka neye yarıyor? Faydası abi, bilinmiyor. Var faydası. Her şeyi kaldırıyor. Tabii her şeyi var. Abi, şimdi o renkli bir ortak. Bazı şeyleri konuşamıyoruz. Anladım. Abi. Bu ne? Ya evet. Şey, anladım. Frenk üzüm. Tamam. Simarodina. Это у нас, как там называлось, короче, не помню уже. Ябан Мерсин как-то они называют. Вот это антистресс. Хиндистан джевис, это кокос индийский. Это тоже клубника. Желтенькие вот такие выходят снутри. Желтая звездочка называется. Клубника звездочка. Тоже вкусная. Яблоки 15 лир. И все, что надо было. Я вам показал. Сейчас пойду на рыбный рынок. Пойду поймаю рыбу. Смотрим дальше, не закрываем ролик, пишем комментарии, что вам тут из фруктов больше всего понравилось, вот этих интересных фруктов. Кто знает название на русском языке, тоже желательно написать. Лайки ставим. Я снимаю для вас, дорогие зрители. Никакого там интереса у меня от этого нету. Сейчас. Рыба здесь, еще тут. Это ресторанчик с рыбами, с рыбками. Можете купить, сесть, поесть, как я вам тут раз говорил. Вот здесь кушают. Так, здесь есть мясной магазин, очень хороший. Где он? Не здесь. Там, вот, прошел я его. Вернемся. Мясные деликатесы. Называется Özet. Видите? Тоже советую приходить и здесь покупать мясо и тому подобное. Смотрите, все свежее. Внутренности, кишки, мишки, сердце, яйца. Все есть у них. Почки. Даже нос орла продают. Так. Ножки. Скидки. Сметана продают и там потом колбаски, скумбрия копченая, кажется, есть тоже. Вот, сельдь продается. 180 лир сельдь стоит. Так. А, смотрите, какие вкусняшки тут. Няшки, мяшки. Ой. Это, знаете, как вкусно. Ой, это желудок, там поджелудочный. Это индюшки. Есть меньше у них. Сердце, мерце, вот да. Куриные есть и индюшачьи. Индюшачьи шашлык, когда делаешь. Идет, знаете, как хорошо. Так, пардон. Еще
Мяшки, мяшки, ценки, ценки. Цены смотрим, цены. 70 лир, 85 лир хили. Так, еще что тут есть. Чой тау не кадар абзе? 150. 130 лир. Килограмм курица из деревни. Тамам. Мясо. Цены на мясо. Сто 129 лир у нас фарш. Теперь пойдемте к рыбам. Как плохо то, что цены здесь постоянно меняются, и они не ставят порой цены. А так в магазине, сеть магазинов метро, вы можете это все увидеть. А, вот здесь есть вроде цены. Так, 160 лир. Сомон 90, кефаль 90 лир. Леврек 140. Чупра 130. В Тахтакале тоже продают рыбки. Сеть магазинов около Кочташа и в некоторых других. Укусил. Он живой, оказывается. Укусил, дорогие. Во. Вкусно было. Здравствуйте. Здравствуйте. Вау, это какой вкусный большой. А видим, была не когда? Эмбюклеры мы бо? Самые большие, 750 лир стоит. Так, вот как моя рука, у меня большая рука. Я впервые здесь именно увидел, я в метро покупал, они были поменьше. Вот такие покупал я. Они самые большие, я думал, тут. Кажется, еще побольше. 750 лир. Да. До свидания. Орфос, грида. Buyur abi. Buyuruyorsun. Abicim, somon 250 mi yazdın oraya? Karadeniz mi o? Norveç, Norveçki, Samon, Lasoç. Turetski, 250. Ha, это 150, Turetski, Черного моря. Tamam. Şey, çelikop mu neydi bunu? İsaret. İsaret mi? Çelikop var mı? Yok. İsaret. Fiyat nedir? 80. 80 lir. Hamsi? 50 hamsi. Aynen. Tamam. Aynen. Bu ne balığı? Sardalya. Sardalya. 60 Sardinya yani. Sardinya. Bu barbunya mı? Barbunya. Bu hangi barbunya? Ben de denizden yakalıyorum da. Bu buranın. Alanya'nın mı? Bu deniz, evet. Bu denizden çıkıyor. Akdeniz. Ama bunlar yerin altında bıyıklarla olan o hangisi? O mu? O tekir, aynen. Onun cinsi diyelim. Abi çünkü ben barbun yakalıyorum. Barbun. Yarım istiyor. 240. Здесь ценник нету. Там что? Я интересно что-то покажу вам. Короче, вы едете в метро, потом приезжаете сюда. И сравниваете цены. Чинекоп. Вот чинекоп, хорошая, вкусная рыба. Попробуйте. Нет. Я думал, он живой. Все, дорогие зрители, с вами был Агаси из Солнечной Алании, район центра города. Всем пока-пока. Ставим лайки, комментируем.